последние годы имя прославленного продюсера не исчезает из скандальной хроники. Не так давно вся страна обсуждала его развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Говорят, что камнем раздора в семье стала подаренная актрисой квартира, которую Барри Алибасов переписал на своего помощника. С тех пор каких-либо новостей о личной жизни руководителя Нана не было. Но поклонникам все же интересно, с кем живет 75-летний музыкальный деятель. Как выяснилось на днях, крышу он делит с молодой девушкой. Правда, о романтических отношениях речи не идет, ведь это всего-навсего домработница. Как рассказал Барри Алибасов, встретился он с ней случайно. Продюсер на спор выпрыгнул из окна третьего этажа и, ожидаемо, угодил в больницу. Там-то он и попал в заботливые руки Елены, без которой теперь не представляет жизни. Как оказалось, с молодой помощницей в одном доме он проводит и дни, и ночи, ведь на ней лежат абсолютно все хлопоты, как по хозяйству, так и в отношении начальника. Например, реабилитация после больницы. Продюсер даже рассказал, что может разбудить ее в позднее время суток, если потребуется. Но в чем-то Елене он все же помогает. Хождение по магазинам. Но чаще мы ходим вместе, конечно, откровенно призналась помощница Барри Алибасова.